Чылдавар – самая крайняя точка на севере Кыргызстана. Село находится на границе с Казахстаном. В ближайшее время здесь начнется строительство ТЭС. Реализовать проект стране поможет Россия. Главы Минэнерго двух государств уже подписали меморандум. Эксперты уверены, ТЭС не только обеспечит население района электричеством и теплом, но и привлечет новый бизнес, причем не только в Кыргызстан, но и прилегающий к нему район Казахстана. Но ни один промышленный проект не заработает без достаточного количества электроэнергии. Поэтому вот создание таких, скажем, энергетических объектов, как в Чылдаваре, это же еще и значит, гарантия того, что российский бизнес, который будет работать, и у нас, и в Казахстане, не будет испытывать перебой с подачей электроэнергии. Российско-Кыргызский фонд развития – это своего рода арена, куда стекаются все российские инвестиции в Кыргызстан. Энергетические проекты в приоритете. На сегодня фонд уже финансирует 8 проектов по возведению гидроэлектростанций. Из них 7 – это проекты малых ГЭС с мощностью генерации до 10 мегаватт и одна крупная станция в Нарынской области с мощностью до 100 мегаватт. Когда все эти 8 проектов будут реализованы, суммарная мощность составит 162 мегаватта. Фонд также имеет на рассмотрении около 10 проектов в сфере энергетики, включая такие перспективные направления, как использование энергии солнца и энергии ветра. В этой части мы активно работаем с российскими инвесторами, которые готовы принести в нашу республику технологии, самые современные технологии по использованию энергии ветра и солнца. Развивает энергетику Кыргызстана Россия и по линии Росатома. Сейчас компания строит ГЭС «Лилек». Ее мощность 5,9 мегаватта. Стоимость проекта 7,5 миллионов долларов. Второй проект – возведение ГЭС «Джируй» стоимостью 40 миллионов долларов и мощностью 28 мегаватт. Новый этап сотрудничества Кыргызстана и России в сфере энергетики начался на 13-м форуме «Атом-экспо». После него делегация из Кыргызстана вернулась домой с внушительным пакетом соглашений и меморандумов. Так, в рамках этих соглашений Росатом построит в Кыргызстане ветряной парк и ряд других объектов возобновляемой источники энергии, общая мощность которых превысит 1 гигаватт. Большую вовлеченность России в энергетическую сферу Кыргызстана многие аналитики объясняют двумя причинами. Российской Федерации необходимо иметь представительство своего бизнеса и производства внутри ЕАЭС, а также сохранять мягкое влияние на регион. Можно сказать, что, допустим, тот же Всемирный банк выделяет сейчас кредит 50 миллионов долларов, который обсуждается в Жагор-Кукинеше, тоже на поставку тепловых насосов. То есть еще определенная конкуренция между западными странами, которые представляет Всемирный банк, и Россией. Поэтому Кыргызстан оказался в зоне повышенного энергетического внимания. Если Россия не будет участвовать, значит, придут ее политические конкуренты в данном случае. Но все-таки, учитывая, скажем, те пакеты соглашений, которые есть между Россией, Казахстаном и Кыргызстаном, учитывая, значит, тот же товарооборот, ведь нельзя забывать еще о том, что российские компании активно работают на рынке Кыргызстана, и есть планы по расширению их участия. Положение с электричеством в Кыргызстане продолжает оставаться напряженным. В июле прошлого года власти ввели режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2026 года из-за дефицита электроэнергии внутри страны. Сейчас он превышает 3 миллиарда киловатт-часов. Екатерина Токамбаева, Мухтар Улу Умурбек. Специально для CBC из Кыргызстана.